Решил немного зомби пострелять в своем старом помещении. Тут как раз через дверь зашел, сейф нашел, который я не вскрывал. Ай-яй-яй. И да, не очень вкусное. Сейчас бегу. Хотя нет, стоп. Нормально. Магнум. Чувствую, на СМГшках экономить здесь не стоит. Вот опять же, как так вышло. Я здесь не все просмотрел и не все пролутал. А ну да, эти кусты увидел, даже не обратил внимания. Ладно, пофигу. Кстати, пока не забыл, не знаю, это ванильки есть или нету. Как оказалось, карты кладов можно считать сколько хотите. То есть, как вы можете посмотреть, на каждый даже одинаковый клад абсолютно разные, короче, точки. О, наконец-то прошло это красное синего долбанное. Короче, я спрусь. И буду опять копать клады. О! А, квесты кончились. О, блин. Эх, отстой. Обидненько. О, не кисло. Ох, теперь у меня проблемы. Ша мне выкинуть? Ну, во-первых, пистолет давай разберем. Это в первую очередь. Так, монетки возьму, что еще могу взять. Так, вот это вот выкинем. Серебро заберем. Это вот выкинем. Вот эти фильтры. Блин. Пистолетные запчасти. Зараза. О. Как вы меня достали? Тут, конечно, зачищать уже надоело. Просто в корень. Так. Water purifier. Хрень. А, погоди, стоп, что это? А, лучше бы уже какое-нибудь качество получишь. Неплохой видок с этой горы. Я тут за аэродропом решил и слазить. Блин, вообще где он? Ладно, это не столь важно. Ага, значит, там тоже город есть. Ну, слушай, здесь вот города не раскиданы так любопытно. Кстати, я тут нашел еще одно интересное здание. Помните, о котором мы мучились, друзья? О, здесь еще одно такое же есть, только по-другому повернуто. Ну, это потом как-нибудь, потому что там на меня такое вылезло, то дальше ехать некуда. А, вижу. Раз кирдруг, я сюда в жизни бы не полез. Так, а это у нас что? Это еще что за виды вооружения, блин? Виды... Ой, ё-моё. Это кошмар. О-о-о, тихо-тихо-тихо. Давай без сломанных ног обойдемся. Игра, ты без лагов обойдешься. Договоримся как-нибудь. Так, а мне надо к этому кладу пробраться. Короче, и под зданием, по ходу дела. Это будет проблемой. Блин, покопал клад, называется. Так, часть на меня вроде внимания не обратила, надо свалить отсюда. Нашел еще новую территорию, кстати. Что такое? А трава? О, блин. 236 патронов. Ах, хрен с ним, пошли орду завалим нафиг. Сколько там времени?
Нокт. Они вроде куда-то идут. Зря я стрелял, да? Я тебе не мешаю, мужик. Хотя да, из-за такого количества зомби, видно, сбивается программа. Теперь им, блин, походу понравился. Да ладно, давайте все сюда. У меня патронов хватит, завалю всех. Все. И волк здесь. Слышь, ты не охренел, друг? Ага. Вот это вот зомби такие, типа ловушки. Прикольно? Очень, блин, опасно. Ага. Хрен из два все этим кончится. Я понял. А, дубинка-то мне не нужна больше. Так, если на дробовик еще потом поставлю усилитель, будет вообще тема. Так, заберу, это попью. Это заберу, дорого, во-первых, стоит. Пел. Ну, хотя они не такие страшные. Такс. Все, закончились? Вот, вот там, вот стоят, ждут меня, да? Хоть броню отремонтировал. Додумался. О, и где я здесь начинал копать? А, блин, сейчас надолго, вероятно, это будет. Так, ладно, давай посмотрим, что здесь есть, во-первых.
Триггер Гроу. Так, вот это нахрен не нужно. Вот это у меня есть, вот это есть. Филбот Бат. Я даже, блин, не знаю, что это, так что возьмем. Так. Шишки. Это у нас... А? Тяжелящий молд. Червячков выкинем. Что возьмем? Вот это вот и вот это вот. Маленько, пора домой чесать. Нафиг, нафиг. Бансет. Вот это вот не всегда нужно было. О, да, детка. Я ж тебе вроде повесил, ну ладно. Повесил бесполезную, короче, штуку. Молодец. Тендер. Пошли в следующий клад копать. Нормально. Блин, вот чуть получше могли бы дать, если честно. Винтовка, конечно, да. Помогает, конечно. Еще бомжихи здесь ходят.
все. Просто всех аннигилирует. Нормально, мне нравится. Ты откуда еще приперся? О, еще один. Ручки тянет гнилые. Ну, эти уже такие поспокойнее, смотрю. Ой, кто там вышел злой? А вот насчет Орды, вот это новенькое что-то. А, ну это не бегающий хотя бы, просто ходячий. Хорош выпендриваться. Сучара! Вот козлина-то какая, слушай. Ну, вроде все. Это прикольно. Так. Интересней. Так себе.